женщины из Украины, украинки, это одни из лучших женщин в мире. И я сейчас объясню, почему. Дорогие мужчины из Украины, я вам объясню, как вам повезло. Вы себе даже не представляете. Вот я сейчас живу в Берлине уже больше года. Я тренер по интимному фитнесу. Это такое направление, которое решает проблемы по женскому здоровью и помогает испытать женщине оргазм, возбудиться, доставить удовольствие мужчине. То есть, если вы пробовали секс с женщиной, которая владеет интимными мышцами, вы никогда больше с другой женщиной секса не захотите. Это просто космос. Это вот полюбить и заняться любовью с женщиной, которая владеет интимными мышцами, это как слетать в космос. Так вот, я живу в Берлине с некоторых пор, и у нас есть жоп-центр. Это такое заведение типа нашего украинского центра занятости. Вы туда предлагаете свои услуги, которые вы умеете делать, и вам за это платят деньги, находят вам работу и так далее, и так далее. Так вот, я прихожу, меня слушает немка и переводит женщина, которая знает и немецкий, и русский. Я рассказываю, что я умею, что я могу быть полезна немецким фрау и решить их проблемы с женским здоровьем, такие как опущение матки, недержание мочи, без операции и без лекарств на минуточку. Ну и плюс радовать своих мужчин, получать удовольствие самим в разы больше. Но они этого вообще не понимают. Они доверяют свое здоровье только людям, у которых есть медицинское образование. Они решают проблему недержания мочи и опущения матки только операбельным путем, то есть удалением матки, чтобы вы понимали. И для них это абсолютная норма. А когда идет речь об удовольствии, а тем более доставлении удовольствия мужчине, тут у них вообще ступор. Они вообще не понимают, о чем я говорю. То есть вообще не понимают. Немецкая женщина сидит, я вижу в ее глазах непонимание, зачем ей доставлять удовольствие мужчине, ёб твою мать, у нее вибраторы есть, фалоимитаторы. Ей мужик выгоден и интересен только для того, чтобы либо объединить свои капиталы, либо там, родить ребенка, если она этого хочет. Чаще всего она этого не хочет. И так далее, и так далее. Поэтому мужчины, самые лучшие женщины, это из Украины. Она будет вам и классной хозяйкой. Лепить пельмени, варить борщ, сама зарабатывать деньги, получать удовольствие от того, что соприкасается с вашим телом, и доставлять вам неземное наслаждение. И такие женщины есть только в Украине.